темно. А теперь светло. Кстати говоря, мы только что проехали среди прочих здания с надписью Watch Tower, то есть сторожевая и смотровая башня. Так вот, это не что иное, как название в данном случае журнала, который издает Церковь Свидетелей Иеговы, которая, насколько я знаю, в России, например, и некоторых других странах находится под полноценным запретом. Нас вот тут как-то и иеговисты не пугают.